Новый дом, объединяющий помещения для офиса участкового пункта полиции и служебное жилье, ввели в эксплуатацию в селе Городецком района Шалакына. Общая площадь здания более 100 квадратных метров. В офисе есть интернет, телефонная связь, имеется мебель, оргтехника и все необходимое для работы. Городецкое является центральным селом одноименного сельского округа, в который входят села Жалтыр, Мерген, Баганаты, Коноваловка. Почти год округ обслуживает помощник участкового инспектора полиции Рустам Нургалиев. С начала 2022-го здесь выявили 150 различных административных правонарушений. Тяжких преступлений не зарегистрировано. У старшего лейтенанта Нургалиева супруга и двое маленьких детей. Жить они будут все вместе в новом просторном доме. На моем административном участке проживает всего 1200 жителей. А по данному селу Городецкое у меня жильцов 467 жителей. Также здесь в основном жители занимаются животноводством. Здесь у нас в данном селе есть ТО, КХ, ФХ. Также здесь есть люди самозанятые. С 2021 года в Петропавловске, а также в Мамлютском и Уалихановском районах при поддержке местных исполнительных органов и глав сельских хозяйств построено и введено в эксплуатацию 6 участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем. Данная работа продолжится. Планируется сдача в эксплуатацию служебных домов еще в ряде районов. Ознакомившись с помещением, начальник областной полиции Айдын Кабдулдинов подчеркнул, отныне для обеспечения общественной дорожной безопасности, укрепления правопорядка для местного полицейского созданы все условия. Радость старшего лейтенанта приехал разделить и Аким района. Сегодня у нас важное событие. Для оптимизации условий работы мы открываем новый участковый пункт полиции, построенный в рамках взаимодействия местных исполнительных органов с аграриями нашего района. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность руководителю ТО Городецкое Черкас Александру Леонидовичу. В завершении встречи вручение грамот ряду сельчан и сотрудникам районного отдела полиции. Вокальная группа культурного центра областного профильного ведомства порадовала концертом. Анна Куликова при содействии пресс-службы областного департамента полиции.